Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения за Эфиопию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на уровне сложности Божество. С новым патчем, с режимом тайные сообщества, или тайные общества, общество-сообщество, по-моему, один фиг. Загрузился я все-таки без мода этого Quick User Interface, потому что, мне кажется, именно он влиял на то, что шпиона невозможно было использовать. Ну и напоминаю, что если вы попали на эту серию случайно, то начните просмотр с первой серии. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появлялась. А спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. Так. Мне вот интересно сейчас попробовать шпиона. Так, давайте все-таки на деньги. Да, остался, отлично. Так, у меня тут буквально одно очко осталось до золотой. Это я решил не покупать пока самолет. Тогда оставлю уже на следующую эпоху эти очки. Я вот не помню, дадут ли мне очки за захват Нгазаргаму. В любом случае, я сейчас попробую обстрелять. Так, пушечка тут бесполезно стоит. Так, ну, наверное, должны захватить этим ходом. В таком случае стены уже снесены. Да. Нет, очков не дали. Ну, все. Эфиопская империя на весь континент у нас. И Ереван в качестве сюзерена, который... У нас стоп. Наши паломники Вичмедзин, видимо, ездят. Так. Давайте-ка мы тут... А, тут, подожди, я уже обработал нефть. Мне надо еще вот эту нефть обработать, конечно же. Где-нибудь поблизости? А, вот он. Есть. Работник. Так, дальше. Кого мы дальше будем... Может, уже давайте Пингалу на гранты. Чтобы больше очков получать. А, блин, так у меня тут Пингала сидит без кампуса. Ну, слушайте, мне тут нужен кампус, получается. Чисто для того, чтобы проект, на самом деле, проводить. Плюс два, плюс два. Ну, тут жалко ставить, прямо вам скажу. Наверное, тут бы поставил на плюс один бессмысленное. Чисто для того, чтобы проекты проводить. Блин, долбанный перс. Не дает выкопать последний артефакт этим археологам. Я уже практически всю карту открыл. Итак, в Лалибеле угольная сколько даст? 10 придаст. Да, давайте угольная, потом морской порт. Здесь монумент, амбар, верфь купим.
Странно, что, кстати, в военном городе не было военной академии. Реально очень странно. Панамский канал Колумбия таки достроила. О, все. А это за счет того, что я торговый пост. Подождите, а почему это засчитывается, если у меня вообще-то героический век, а не нормальный или темный? Почему мне сейчас дались очки эпохи за то, что я торговый пост установил? Непонятненько. Ой, не-не-не, какую тебе нефть? Обойдешься. Я, кстати, походу чаем могу торговать. Это, видимо, да. Газгаргаму 2. Этих надо поторговать с кем-нибудь. Чаем будет. Фига себе. Одно золото требует, мать. Дай мне одно золото. Иначе я обижусь на тебя. Да, конечно, с модом намного приятнее этот интерфейс торговли, сразу понятно, что у тебя есть, чего у тебя нету. Так, у меня везде стены появились, ну, точнее, это городские укрепления называется. Охрана природы. Слушайте, а надо ли мне прям так алюминий открывать? Не, ну ракетостроение все равно надо. Не, давайте я все-таки компьютеры. А, компьютеры без радио не открываются. Да, сорян. Тогда, может, сначала в химию. Блин, ну тут стандартизация нужна. Мне три мушкетера надо. Ладно, давайте пока компьютеры, потом химия. И тут мне надо три мушкетера. Я сейчас куплю за два банка. Банк я, по-моему, один уже точно построил. О, Наска тем более хотела мушкетера. Так, давайте торганем чаем сначала, потом. О, у меня еще их. Нет, это, по-моему, от городов-государств капает. Сахар с перцем. Отлично. И вино смоли. Еще что-нибудь есть? Слоновая кость смоли. А, ну мне ему. А, мне ему больше ничего предложить. Ладно, все. Селитра. У нас тут почему-то у Кхмера просто немерено селитры. Давайте в этот раз у него 40 попросим. Я вроде вмещается. А, 37 я максимум могу. Тогда давайте 35. 35, наверное. Я там 20 за 30 просил. Давайте 45 попробуем. Пятьдесят четыре, 53. Все, принимаем сделку. И еще два мушкетера покупаем. Кстати, я могу. Давайте из Маската купим торговца. Да, только из Маската пока. И в ДС. Я их объединю сразу в армию. Все, стандартизация прокачана. Ай, убили агента, жаль. То в этом
Умай, ладно, пообещаю, что не буду шпионить больше. Да, блин. Надо с персом, наверное, договориться об открытых границах. Я хочу именно то выкопать, потому что это ближе всего. Вообще офигели, честно говоря. Так. Этого я из Ольды я отправлю. А самолетик, интересно, строится сколько? 3 хода. Я думаю, как раз будет в тему. Слушай, а у турка-то тут 5 городов всего лишь. Мне кажется, это один из городов Нуби у него отжало. Есть у меня такое подозрение. Давайте глянем. Хотя такие названия на арабские все равно похожи. Не на арабские, в смысле, ну, у турков тюркские названия, конечно, не арабские, но... Для меня на слух отличий немного. Так. Мир достанется тому, кто его возьмет. Вот вы и взяли, да. Янгазаргаму взял, Маскат взял. Ереван. Может, мне тут выкупить эту клетку, чтобы уже Еревану... Ереван дальше не рос. Signe is a 250-square-mile tiger trap hidden in the glorious wildness. Like a... Так, а почему это я второй уровень военного союза с Периклом, видите, повышен? И я практически всю карту увидел. Да. Не, все-таки... Я вот не помню, Хех это бывший турецкий или нет? Керма... Фиг знает. Но они, конечно, тут плотничком. О, а тут-то грек воюет с Нубией. Да, с Нубией. И с турком у нее плохие отношения. Нормально, нормально. Так, это у грека чудо. А это... У Малеш. Как называется? Пойтите. Ага. Сильные дожди. Вызвать озарение для радио это не получится. Пригород в Адис-Абебе завершен. В Адис-Абебе тоже кампуса нету. Ну, видимо, тут строим кампус на плюс 3. Все за счет соседства районов и вот этой лей-линии. Ну, хоть где-то нормально используем ее. Так, как у нас тут по Нобелевской премии? Ну, вот, да, я серебро
получу одно ускорение технологии и повышает на один накопление ресурсов в городах с лабораторией. Нормально. А Мали что получит? А, с университетом. Ну, в принципе, кстати, практически одинаково. У него просто с университетом, у меня с лабораторией. В принципе, небольшая разница. Ну что? Так, во-первых, я тут хочу выкупить клетку. Чтобы уже точно Ереван зажать. Я вот думаю, плыть ли мне... к Персу. Он пошел Фес захватывать. Да, наверное, стоит не дать ему Фес захватить. Вот где вот эта фигня была, когда я апостолами приплывал к нему, а? Спрашивается. Вообще, что мне дальше делать? Мне хочется почему-то захватить Перса. Но, наверное, надо с Тушпы начинать. Потому что эти будут очень быстро отвалиться. С другой стороны, Тушпа даже не на побережье находится. Ну, во-первых, мне сначала надо ему не дать Фес захватить, наверное. Вообще и Балх, и Пасаргада я могу с моря попробовать захватить. То есть мне надо каперы апнуть в подлодке, видимо. У меня стоит все еще. Да, скидка. Мне надо эту нефть обрабатывать. Сколько я вообще нефть получаю в ход? 3. Мне надо как минимум одну пушку еще апнуть. Просто самолеты не будут долетать, эти нефтяные. Ладно, я все-таки дождусь, давайте, следующей эпохи. 2 хода. В ней уже апну. Ну, потому что это будет использование нефти, и, соответственно, я получу бонусы. Этими я поплыву мешать. Так, это вот тоже сюда. Ну, то есть он меня будет ждать апгрейда. Так, пушечка. Сюда. Кавалерия плывет. Это кавалерия лечится. Это кавалерия плывет. Этих ребят... корпус объединяем. Промышленной эры нового времени. А подлодки у нас уже будут эпохи атома. То есть, в принципе, можно этого флотоводца уже использовать, чтобы уровень дать. Так, давайте пока договоримся об открытых границах с Персом. Хотя, слушайте, я могу ему уж объявить войну Золотого века. Тут один заряд уже остался. Давайте я ему просто сейчас объявлю войну. Он надоел. И у меня сразу объявится... Ну, Швеции фиг с ней... Нубии, Майя... Вот Франции, конечно, фигово. С Францией я бы не хотел тут воевать. У меня караван... Ну ладно, у меня заодно караваны, кстати, перенаправятся, получается, в Колумбию. Да? Надо уже этот Гордиев узел разрывать. Повод для войны... Я просто закончу сейчас героический век, и у меня не будет вот этого повода для войны Золотого века. Так. В итоге... Ух ты, скольким я еще городам тут объявил войну. Рапануи. О, Митлу встретил заодно. Вавило. Иерусалим встретил. Ну и все, собственно, тут норм. Фес... Перс и так уже атаковал.
Так, давайте тут посмотрим. Возрождение, средневековье, возрождение. Есть тематический бонус. Возрождение, промышленное возрождение. Тут все древнего мира, да? Жаль, больше нету тематических бонусов. Так, тут я, наверное, куда отправлю? В Дессе. Я хочу вот так, чтобы дорога шла. Здесь... Нужен ли мне тут скальный храм? Мне кажется, нет. Я бы тут рудник лучше сделал. Слушайте, а из Маската у меня разве не бегает уже? А, это все бегало во Францию, похоже, да. Ну, время... Колумбии. Лафатка. Так, этих мы, значит, ждем, когда можно будет апнуть. Пушечка у нас дальше идет в... Сюда, да? Пулеметную роту, но это далековато, так что, наверное, можно плыть пушками. С Нуби у меня война, что ли? Да. Ну, пожалуй, не будем тут лезть на рожон. Я бы просто вот тут постоял. Или поставить на автомат. Блин, встал. Ну, тебя же обстреливать город будет отсюда. Блин, да. Попробовать тут караваны. Майя пограбить. Два посла. А у меня все еще первый посол стоит, карточка, блин, еще я не поменял. Давайте в Антиохию, наверное. Последний остался торговый город государства на карте, чисто ради денег. Так, тут общество алхимиков тоже построено. Ну, не хочу я промышленную зону здесь ставить. Аквапарк тоже уже есть. Видимо, надо будет там эти делать проекты. Вот Нгазаргаму можно будет тоже аквапарк. Как раз они тут на всех вокруг будут действовать. Отлично. Так, мне интересно, как тут сейчас Перс и Франция будут действовать против меня. А Феста им тяжело брать, на самом деле. О, Шахр и Кумис приняли иудаизм, несмотря на... Странно. А как это? Не, ну ладно, я как бы не против. Ну каким образом? Там вроде намного сильнее у зороастризма влияние. Алхимиков.
Общество алхимиков, верфь купим. Я, наверное, фабрику тут куплю. И угольную тоже. И после общества алхимиков можно венецианочку фигачить. Сразу в очередь поставлю. Так. Панама, Панама, Папанама, Папанама. Панама, Панама. Тут стоим, ждем апгрейда. Может, мне в Панаму уже слишком дофига. Давайте в Каракас что-то отправим. В Венесуэлу. Так сказать. Было бы круто, если бы еще Великая Колумбия могла внезапно развалиться на там Венесуэлу, Колумбию, Панаму. Потом еще Кита, это столица Эквадора. Блин, а что только Панама с нее производство дает? И все остальные города слабенькие в плане производства. Давайте еще посмотрим, может где-нибудь нефть рядом с границами еще есть. Мне просто вот сейчас много нефти надо. Будет. Так, вот тут подсвечено, в Ереване нету. Тут мы обработали, да, больше нету нефти. Ну, смотрите, вот у Феса, если бы он ее добавил в свои границы... Каракас и Панама вменяемые. Мне даже выгоднее на самом деле получается отправлять именно в Колумбию как союзницы. Так, ну что тут, где караваны морские? Йосемити Валли to me. Йосемити. Ну тут Кхмер, конечно, хорош. Отбивается от всех. Пригород. Фабрику, морской порт. А где у нас магазины продуктовые? А, в стандартизации. Ну, туда я иду. Блин, мне банк еще нужно где-то построить. Например, в Маскате. Почему нет? Давайте сначала тут все-таки добьем кампус. Обещание. Какое обещание давал? Армию отвести. Ну да. Не буду скрывать. Это обещание я нарушил. Ну вот, стал кампуса строить, сразу всех начал обгонять по науке. Да и по культуре. А, ну тут только вот грек. Ну грек это грек. Тут с Грецией в культуре соперничать. Кто там предложил? А, хрен, пускай пройдет. Они у меня Маскат вообще никак не могут отбить. Это просто нереально. И что, не прошло? Нет, прошло. И кто? Франция и Майя. Интересно, а почему Перс не участвовал в голосовании? Персу не дали, кстати, поучаствовать. Radio is the theater of the mind. Slowly, ideas lead to ideas. Так,
Тут, значит, ставим кампус и промышленная зона. Тут ставим учетные банки. Да. Ух ты, 1300 золота спер. Тут ускорение технологии, далее и накопление ресурсов с лабораторией. Ну, давайте нейтрализовать губернатора. Дальше мы возьмем... Ну, у меня не так уж, чтобы, кстати, промышленные эти кампуса были. Поэтому я бы реформу денежного обращения в данном случае взял, чтобы меня еще и караваны не грабили. Минус... Блин, тут, правда, стрелец и пикинер больно будет биться. Так, пожалуй, тут постою. Здесь пошли апаться в подлодке. Так, я 3 нефти потреблять стал. И, наверное, 1 бомбарду. Тогда она будет... Так, норм. Кампус-библиотека... Ну, я ее попробую тут разместить, но мне кажется, он не будет долетать особо. Биплан, я имею в виду. Так, и больше у меня нефти нету поблизости. Тут высажусь. Там просто и стрельцы, и пикинеры, и а Греция с кем воюет, куда ты тут у него войска? С Нубией. Ну, тут Нубии нету. Вот Нубия. Они на двоих гранату там пытаются взять. Даже на троих. Турция... Греция... А, стоп. Нет, Греция не берет гранату. Греция как раз пытается отбить. Гранада союзник Греции. Так, постою пока здесь. Мне бы хотелось, чтобы Греция кому-то... А точнее, персам объявила войну. Потому что у меня с Грецией военный союз. Ого. Так. Что бы ему такого предложить? Давайте, во-первых, селитру. 20 штучек. Все еще 115 денег вход хочет. Что еще? 101. Так, не так много. Ну, видимо, надо какое-то мировое влияние. Давайте 100 мирового влияния. То, я думаю, этого не хватит. А, 7 вход. Во, нормально. 7 вход меня устраивает. Просто это... Я буду иметь плюс 5 против персов тогда. Вдохновение для тоталитаризма. Пожалуй, нет.
тут Франция. Ну, вот эти города, извините, кирасирами 104, они 104 даже танками не берутся. И тут уже кирасиры. Шпиона. Ну, что, может, бипланы строить? Хотя у меня уже нехватка нефти должна быть. Ладно. Идеологии открыли. Ну, в демократию пока пойду. Хотя, давайте я вспомню, что там... этот... коммунизм делает. 6 производства за единицу населения в городах с губернаторами. Это... наследие. А так плюс 10% науки. Не, я лучше в демократию пойду. Греция вынуждена объявить войну Персии. Ну как вынуждена? Вообще не вынуждена. Блин, я что-то не все... А, нет, все подлодки я апнул, да. Так, сейчас посмотрим, как у меня минус по нефти будет. Плюс 100 типичным городам государства для отправки у него торговцев. Ну я за религиозный проголосую. И 2 очка дипломатической победы себя. Всемирная выставка всегда готов. Но я не буду тут вбрасывать. Шпионы, выполняющие указанные техоперации, будут на 2 уровня выше. Давайте недоступно... Блин, хотя... Ну я уже впереди по науке... Давайте недоступно сорвать, не сорвать ракетостроение, а где промышленная зона, что-то не пойму. Средства ускорения ракетостроения. Устроить диверсию на производстве, вот это. Мне кажется, все равно не пройдет. Сейчас компьютер какую-нибудь фигню опять проголосует. О, плюс 100 к религиозному городу-государству. Прикольно. А кто это еще за это проголосовал? Франция. Кир. Майя. Турция. Что-то дофига. Это хорошо. Сфабриковать скандал на 2 уровня выше действует. 2 очка дипломатической победы к Хмер. Так, надо проверить... Что там Кхмер не побеждает дипломатии? Нет, 7 из 20 это не побеждает. Ладно, постоим пока. Мне, наверное, под лодками все-таки к Тушпе надо плыть. Я думаю, по идее, мы должны ее захватить. Да, ну и самолет не будет долетать, к сожалению. Давайте, наверное, сюда попробуем. Он на 5 клеток всего работает. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вот тут чисто по побережью немного. Чуть-чуть. Такая плотина. Так, ну пора гранты под Пингалой проводить. Здесь пока в городе стоим, тут поплыли. Надо контролировать территорию, я думаю. Так, в Мекеле. О, тут дамба не нужна. Ну что, построить здесь кампус на плюс 2? Или лучше театралку? Не, пригород уже есть.
Ну, конечно, конечно, Эфиопия выглядит как нация для... для туристической победы. То есть за счет того, что вам, наверное, не надо вообще строить священные места, и у вас все равно вера будет капать, то здесь, похоже, надо было делать упор на театральные площади изначально. Просто. Ну, мне было интересно посмотреть, как оно по-разному пойдет. Ну, вот мне, зачем сейчас театрально? Я сейчас не победю туризмом никак. Просто по той простой причине, что у нас есть Перикл в игре. Где-то тут стоять. Смотреть, чтобы никто ко мне не поплыл. Тысячу 500. Класс. Люблю мали в игре. Упс. А, это Иерусалим там. Кто-то Иерусалим засоюзил. Вот он какой-то... Зачем ему этот фес уже? То есть все долбится об него. Why is a woman to be treated differently? Woman's suffrage will succeed. Ну, я думаю, можно уже заканчивать теократию. Брать демократию. Наверное, шпионов поставлю. Чё, мне эти уже влияния на города государства как-то не особо. На своей территории нафиг надо. К религиозной силе. Жилье и довольство. Ну, это можно, наверное. И тут у нас новый курс. Хотя не, у меня рационализм бы. Давайте уже рационализм поставим. Скидка в улучшениях тоже не надо. Я бы вот... Или, может, меньше юниты боевой мощи теряют. 386. То есть, хотя вон Нубия 315, в принципе. Не так, чтобы далеко. Блин, пойти. Самолет сектанта атакует. Блин, я могу по городу только одной подлодкой, получается. Ну, не фонтан. Не, ну я сейчас, конечно, пушку приведу. Пушка-то ничего так. А, все-таки... Еще одна нефть есть. Ну давайте тогда вот эту армию еще апну. И пойду артой. Артой нормально. Две армии арты, я думаю, очень неплохо будут сносить. Так. Значит, кто у нас там лидер по науке? Нубия. И города Нуби я уже должен видеть. Поехали в Мируэ.
Лалибелла. А, морская плотина. Блин, а чё я в аду и не посмотрел морскую? Сначала морскую плотину надо тут. В Гондоре тоже сначала. Ну все, нормально. Мы обезопасили себя, и нас уже не затопит. Так. Вот это я для космопорта оставлю. В принципе, уже все обработано. Районы тоже негде ставить. Ну давайте строителя одного, и понеслась гранты. Так, где тут караванчики у нас? Вот этот караван куда едет? Ой. Фу, вроде не должны ничем обстрелять. Это я странно сейчас туда влез. Гавань готова, маяк. И дальше. Ну да, наверное, космическую гонку. А что, я два банка так и не построил? Турок меня, слушай, какая дерзость, я тебе вообще ничего не делал. У тебя вон Нубия там самая дерзкая. Economics is a subject that does not... Так, давайте посмотрим, как у меня подлодка тут будет. Блин, он этого построил, линку. О, подлодка так себе. Блин, мне нужен... Воздушный шарик мне нужен. И он за веру не покупается, да? Жаль. А, я его не открыл даже, блин. Не, подождите. Вот он есть. А, у меня беспилотник уже даже. Ну, давайте беспилотник купим. Ну, как так-то? Ну, блин, ну что за территория такая дебильная? Даже ниоткуда пушка не может поработать. И накопили на Роберта Годдарда плюс 20% к ракетостроению. И озарение для ракетостроения, отлично. Что там следующее? Здание этого района плюс 2. Ну, это Нубия возьмет. Это Нубия возьмет. Этого тоже к Нубии. Давайте в Сидеингу пока. Правда, там нету научных зданий, но... Потырим денежки. У меня тут вообще место для космопорта-то есть. Но если что, его Трис передам. Потому что у меня именно ДСС самый производственный город. Так. Ну и здесь давайте исследовательские гранты. Правда, следующим ходом надо продуктовые магазины будет построить.
Я, наверное, уже веру буду... Вот... А, слушайте, может мне вот этого купить? Плюс 2 производства. Я бы взял... За Николу Теслу-то, а? Верой... Никола Тесла куплен за веру. Он там, бедняга, сейчас в гробу перевернулся явно. Контролировать. О, тут у нас приплыл аж целый французский линкор. Ну, опять же, он не может взять. Тему половину сношу просто. Блин, тут больно будет. Этот линкор, город и надо, наверное, отходить. Будет больно по лошади. Пока постоим. Какой нам следующий? Вот это инженер фиговый. Это Нубия может забирать совершенно спокойно. Так, венецианочку надо закончить. Ну, давайте тут всякие... Колеса обозрения и прочее. У него этот способность, что я не могу разграбить караваны, зря только ждал. Требуется. Что мне собирается сделать, если я ему не дам 6 монет? Ататат. Наводнение предотвратил. Фермы и продуктовый рынок. Вот этот мы не берем, адмирала, нафиг надо. Ну, это, кстати, инженер тоже так себе. 200 науки за каждую клетку с тропическим лесом. Ну, не так, чтобы у меня много тропических лесов было. Видите, как больно ударил я. Это и город, и линкор сам. Так, и у меня пушка, собственно, не работает без беспилотника. Ну, тушпу надо взять, это мой плацдарм будет, и на него очень мало лояльности будет действовать. Кстати, я мог того флотоводца взять на плюс 6 лояльности и в тушпе как раз использовать, чтобы она уже точно не отвалилась. О, в Харере пригорода нету. Ну, блин, тут всего плюс 2 будет. Ну, тут, а с другой стороны, тут так жилья дофига. Ну, надо пригород ставить. Даже на плюс 2. И в Аксуме нету пригорода. Это странно. Ладно, давайте сюда.
Ну, в Анкабере, я думаю, не нужен. Так, тут продуктовый. Тут тоже не нужен. В Маскате пригород нужен. Ну, я бы его тут поставил скорее. И этого Николу Теслу я бы использовал в ДСС. Хотя у меня, я в двух городах его смогу использовать. Так. Не, постою тут. Смотрите, какие уже линии. Но это, наверное, такие линии у Кхмера. Потому что он тоже там герметик. У меня, видите, другой выхлоп, выхлоп дают. А у Кхмера, конечно, 10 культуры, но это за счет того, что он великих этих людей. О, Бандар Брюней есть, но его, видимо, захватывают. Надо подлодку сюда перенести. Нефти пока больше лучше не использовать. Так, постою тут. О, плывет армия французская. Ну, она мне ничего тут не сделает. Ну, в смысле, она пограбит территорию, но она ничего не захватит. Не знаю, может, прикупить армии? Какой мне тут лучше? Армию кирасиров. И раз он плывет кавалерией, наверное, армию стрельцов. А, не хватает уже веры, ладно. Подождем. Куда она плывет? No innovation in the past 200 years has done more. Так, отъедем под лодочкой полечиться. Может, два раза его просто тут использовать? Просто отсюда на все города вокруг действует тогда. Так, давайте армию стрельцов и пикинеров. О, как раз хватает. Стоим, наблюдаем. Я хочу посмотреть, кто Бандар Брюней захватывает. Или его уже никто не захватывает. Ну тут с этой армией нормально сам Фес справляется. Чем туда влазить?
тоже не особо нечего строить. Так, у меня есть еще один караванчик, возможность создать. Давайте, наверное, Унгазаргаму куплю. Ну и на этом серию закончу. Следующее, я надеюсь, будет покорение Персии. Так, тут у меня Рапануи войну объявляет, я смотрю. О, попёрся. Ну, видите, на... Блин, вылезла Майя. Линкором убила мне каравеллу. Блин, линкором. Пока, представляете, какие ошметки вообще этот деревянный корабль размотала. Ну, в любом случае, спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!